Юбилейный концерт ансамбля «Молодость Дагестана» прошел в Русском театре. Коллективу исполняется 35 лет. Сегодня в нем работают более 40 человек, в их числе 13 заслуженных артистов республики. За три десятка лет проделана огромная работа по творческому и профессиональному росту ансамбля. Танцоры постоянно участвуют как в республиканских, так и во всероссийских фестивалях и конкурсах. В качестве гостей на концерте выступил ансамбль «Кабардинка» из Нальчика и известные танцевальные группы республики. Одно из главных достижений коллектива юбиляра, по словам художественного руководителя, это весомый вклад в укрепление дружественных связей между народами Кавказа. Я считаю, что на сегодняшний день собрать и держать воедино 45 человек молодежь. И молодежь разную, разные национальности, разные возрастные категории – это уже достижение. И именно ту молодежь, которая любит творчество, любит свою работу, я считаю, это тоже достижение. Ну, естественно, новая программа, естественно, обновленные танцы не только Дагестана, танцы народов мира есть у нас в нашей программе.